Национальная цифровая валюта может появиться в Украине. Петиция с предложением о создании украинской государственной криптовалюты и проведением ее ICO была зарегистрирована 8 декабря на сайте президента Украины. Автор этого документа отмечает, внедрение собственной криптовалюты позволит привлечь в бюджет средства новым инновационным путем и будет способствовать развитию бизнеса на мировом рынке. В петиции предлагается разработать правовые нормы для крипторынка и провести открытое государственное ICO. Для передачи электронного обращения на рассмотрение президенту Украины необходимо собрать не менее 25 000 подписей до 9 марта 2018 года.